Привет, друзья! Сегодня у нас очередная история из сети. Но прежде чем мы начнем, обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новое видео. А также оставьте свое мнение в комментариях. Ну а мы начинаем. Лиз и ее бывший муж Майк были знакомы с 16 лет. Именно в этом возрасте они познакомились и влюбились друг в друга без памяти. После окончания средней школы они поженились и съехали от родителей в сельскую местность. У них был большой домик, ребенок по имени Олли. Они жили долго и счастливо 25 лет, пока не возникла дилеммная ситуация. Ее муж Майк потребовал определиться. «Мой муж сказал, либо собаки, либо я. Да, вот такой вот поворот. Никакого компромисса или диалога не было. Сказал и все. Внесем немного ясности в историю». Спустя 25 лет жизни в загородном доме, Лиз решила основать свое дело, посвященное бездомным собакам породы бультерьер. Майк считал, что их отношения перестали быть центральными, и Лиз полностью стала поглощаться заботами о своих собаках. Из-за того, что песики страдали от некоторых болезней, их нельзя было быстро отдать другим людям. Любовь к собакам у главной героини возникла не просто так. Ее отец владел бизнесом по созданию специального питания для собак, а мать разводила маленьких и милых West Highland White Terrier'ов. Спустя 25 лет брака Лиз поняла, что ей не хватает милых четвероногих, ведь она все детство воспитывалась в тесном контакте с собаками. После конструктивного диалога пара решила развестись, так как их взгляды начали сильно расходиться. Майк хотел быть на первом месте в приоритетности Лиз, а занимал второе или даже третье место в борьбе за ее внимание. К слову, сам он тоже не находил времени для жены. «Я не хотела быть женщиной, вышедшей замуж за трудоголика, поэтому я нашла убежище у тех, кто подарил мне любовь – моих собак». Сейчас у Лиз 30 собак. Все они нуждаются во внимании и помощи. Иногда хозяйке требуется 18 часов в день для ухода за этими нуждающимися друзьями. Так что совсем не остается времени на себя, а уж тем более на мужа. Но несмотря на то, что Лиз лишилась поддержки Майка, ее домашний приют продолжает жить на пожертвования. У героини был сложный период в жизни после расставания со своим мужем, ведь у нее остался денежный долг, она даже жила в палатке первое время. Любовь к собакам помогла ей справиться со всеми жизненными трудностями. Ее организацией было спасено более чем 200 собак, и их количество продолжает расти. Лиз счастлива, что смогла самостоятельно встать на ноги и чувствует себя прекрасно, ведь занимается любимым делом. Друзья, что вы думаете о поступке жены? Сделала правильный выбор? Напишите в комментариях. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Остроумно. Странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.